Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на LikeUpGame и добро пожаловать на прохождение Days Gone. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, поехали. Так, ну что, ночью начнем. Надеюсь, блин, больше орды зомби не мутит, потому что вчера я так устал от этих орд зомби. Фух, надеюсь, с людьми буду уже сражаться. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говнюк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Ну, если честно, терять-то, видите, нечего, у него даже, видите, взгляд. Типа, только ну, два байкера умру. Могли ввязаться в такую херню. Семьи нету. Дома нету толком. Руки нету. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. Да обнимитесь уже, вы что, может вы последний раз видитесь. Ну, хотя же суровые мужики, которые эмоции не могут себе позволить. Да. А вы куда собрались? Собралась таки. Четыре человека на всю армию, ну, замечательно, конечно. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди. Спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. О, ну это уже получше. Но все равно против сотни. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараться. Нет, это Спарта. А за него. За железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Еще пули в лоб, кто ебет. Ладно! Слушайте! План простой! Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер! А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики! Да? Все готовы? А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! Там, короче, военные. Каждый день тренировки идут. Стрельба там, уничтожение других. Слушай, общин. Майка. А тут 10 человек всего лишь собрались против них. Вот реально, 10 человек против сотни. Я, ты посмотри, как, за что он держится? Все, Бухарь, надо прыгать! Слышь, Бухарь, сваливаем! У нас всего один шанс, братан! Какого хрена, Бухарь? Давай, у тебя жена. Ну тут реально жалко, да. Вот если бы ему еще бы экрану времени больше дали Бухарю, если бы он с нами ездил бы там, как типа передряги там спасал нас как-то, мы бы еще куда больнее приняли эту потерю бы. Вот экранное время мало ему дали, конечно.
Да, ну за Бухаря. За железную майку. И за папку. И за бабку твою. Так, что мне взять? Почему ты не прыгнул? Ахилле царит, какая воронка. Жесть. Как же так, Бухарь? Как же так? Да, жалко, конечно, Бухари. Я убью вас! Всех до последнего! Так, чё, где-где? Выходи! Выходил на берег, Катюша? А где Сара, ты? Сара! А, вот. Надо найти Сару. На ему хоть бы кны. Так, а где? А, вон, откуда? Да, у меня снайперка же есть. Хера себе метка, ты стреляешь, чувак. Есть кто еще? Так, отлично, мне еще пока трупы надо обыскать, чтобы восполнить вот порох, шморох. Держись, Сара! Я уже рядом! Бронированный! О, черт! О, меня не остановишь! Ну давай, сучара! Так, где ты? Стой! Я хотел потрошки там взять еще. Пополнить. Чего? А это что такое? Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Шиза. Говнюк Шиза. Я иду, Шиза. А значит, по-хорошему вы не хотите. Вершина. Я должен попасть на вершину. Так, давай, перезаряжай. Надо как-то мимо пробраться. Подожди, надо восстановить потрошки все. Тут были. Надо аккуратненько сейчас, где тут потрошки были. Бинтик восстановим. Даже тут под конец игры, короче, наш Лайков, какие в рехой трупы. Кто там? Кто хлопает в ладошки? Да вот что тут? Подстрелили!
Охереть! Он мне прям под ноги кинул, но я к этому не был готов. Блин, а когда сохранялка произошла? Шиза. Говнюк Шиза. Я иду, Шиза. А значит, по-хорошему вы не хотите. Вершина, я должен попасть в вершину. Нет, чувак. Куда ты? Ну лезь уже. Надо как-то мимо пробраться. Ладно. Все, есть. Так, быстренько, сейчас. Я трупы не буду облутать, я чисто потрошки восстановлю. Просто на снайпу и там, и так мало, 15 патрон. Тут хотя бы я половинку восстановлю. Всегда пригодится. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. А, вижу, вижу. Первый раз непонятно, правда, куда я стрельнул. Видите, 12 патронов всего лишь. На снайпе. Поэтому надо быть тоже аккуратными. Мне надо их обойти. Чувак, а ты где? А! Тут же лево-право можно делать. Ну давай, вылазь. Так, ты хотя бы гранат с них подбирай или что-нибудь. Какой порох. Уже почти. Давай, давай, вперед! Куда чел делся? А он дальше был. О, и потрошки. Типа серебиди. Ага. Блин, хотя надо было.
Так это глава или что? А, вон-то где жук. Я зря сейчас. Сейчас гранатами закину их. Ты перезарядился? Че ты куда смотришь? А Рик, это наш... ты меня слышишь? Добрался. Наконец-то. Ух ты, нихера себе. Держись, Сара. Снайпер, ложись. Чувак, я тебе... Ты в огне упорно. Так, они через забор стреляют, да? Нравится. У нас потери! Хочешь подарки? Так, Вичи, ты успел перезарядить? Да. А бинтик у вас есть? Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Стреляй по бомбе, пока не были тут. Хотя это могло детонировать. Капитан, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Капитан, мы не успели заложить все. Да что-то сгодится. Я тебя спрашиваю, сколько? Три, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу у Уивера детонатор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Да, сэр, я понял, сэр. Никого не пускать. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Библия пол... Шиза. Ах ты, скотина. Три заряда. Боевой. Надо их найти. Кушайте ее травяные чаи. А ты, Мэтт, иди к черту. Так, три заряда, говоришь? Обезвредить. Есть. Так, черт. А где остальные? Я иду, Шиза. Жди меня. Так, фонарик надо выключить.
Сири, прикиньте, как темно. Да, фонарик выключил. Давай. Что такое? Быстрее, быстрее! Так, я тебя убил? Буду в последний, там я кто-то рядом, Папа Римский рядом. Охраняет. А миллиард воинов его охраняет, видите, или сам Шиза. Вот он. Ты не можешь? Кажется, он был здесь. Так. Есть. Все. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Где ты спрятался? Ну уж, где ты? Ты от меня все равно не уйдешь. Эй, солдат! Выходи, жалкий ты трус! Держись, выходи, будь мужиком! Знаешь, у нас тут пол... Черт! Да блин. Что ты не стреляешь? Вот и где они? Кстати, иногда управление конченое под конец тут. Подходишь к бортикам, оружие куда-то вообще пропадает. Сраный детонатор. Пошел ты, чтобы меня тут завалило. Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где?
Уивер, где этот чертов детонатор? Отдай его мне! Чё, ты о чем вообще? Шиза, не лучше пусти его. Ну! Чёрт! Эй, эй! Где? А вон он где. Я просто так даже его не вижу. Все? Ну, по идее, все. А, нет, подожди. Или их несколько? А это несколько вообще других врагов, я понял. Стоит, не стоит. Да ты ж... Как к нему спуститься? А, вот. Уходи! Какой же ты упертый, сукин сын, Санчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу, но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал. Правда, не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Ты же всегда приехал со мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коури тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Он расколол ее, как яйцо. Как яйцо, мать его! А где тут это? Подожди, мать. Где у меня дымовая была? Каменная, световая... Ах ты сволочь! Жесть, я думаю, не заденет меня. Блин, сколько народу. А где у меня дымовая была? Хорошо. Ну что ж, всех ополченцев. Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Вот где дымовая? Дымовая, не вижу. А, вот дымовая. Я еще искал ее. Какой же ты упертый, сукин сын, Санчо! Дышите глубже. Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. А, это дымовая? Ты утопил их, как кучку сраных крыс. Давай. А я думал, газовая. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтобы ты знал, я не хотел его убивать. Правда? Я готов. Я правда не хотел, Дик. Он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Твою ж... Мать.
Слушай, надо завалить и потом сюда подняться еще раз. Ой, сейчас завалить, говорю, надо его этот... сказать, беги. Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот, уходи! Велька он лестницу поднимет. Какой же ты упертый сукин сын, Санчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? А чё, почему? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал, я не хотел его убивать. Правда. Я правда не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал за мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коул тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Он расколол ее, как яйцо. Как яйцо, мать его! Да, только... Да, блин! Ой-ой. Блин, граната! Конченая игра. Что это за бредятина? Вот реально. Что за ой-ой? Уивер, уходи отсюда! Может, быстрее вообще... давай! Мои туда, люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Санчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу. Вот но Майк бы с тобой не согласился. Верно? Просто чтоб ты знал. Я не хотел убивать. Правда. Я правда не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал за мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Я же тебя убил. Но у меня да, хватит мне будет убить. Когда Коули тебя освободил? Шиза! Все! Хватит бегать! Что такое? А у меня ноль аптечек. Какого фига, почему ноль аптечек? Козел! Я ж тебя голыми руками удавлю! Ты понял? И дальше как? Нет! Нет. Стоп тебе! Стоп, ты тварь! Иди, подойди. Ну ты конец пришел, Шизо. Раньше я бы... пожалуй, вытащил бы тебя водище. Нет. Ну, типа, фрикам на корм. Ладно. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то. Без удовольствия. Вот это злодей, кстати, если честно, такой себе злодей. Типа, могли бы сделать злодея получше. Что у нас были сначала приятельские вроде отношения какие-то, мы были в одном лагере. Потом. Кстати, вот эти три попытки. Молчать! Я знаю, что
там происходит? Там! За стенами ковчега! Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего... Я же говорю, фляжка уже у полковника потекла. Я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Будь добр, сам пистолет. Сядь. На эту роль знаете, кто Отпусти больше их. Подходит? Из Парка и Пятого, Иван. Больше нет. Сумасшедший, чем вот сам полковник. Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. Чё, не пей? После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Но теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Так, мне нажимать тут надо что-нибудь или... Чё солдаты там сидели, вот объясните мне. Вот так. Пойдём. Солдаты чисто для массовки были. Статисты, знаете. Ты-то конченый. И в конце они прям... Ну, кто сценарий составлял вот так. Помогите. У меня кровь. Помогите. А где Бухарь? Погиб. Сходи, принеси воду, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Вот дошло время, когда сейчас. Эдди! Утром можно было этим заняться. Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Рики! Я не вижу. Иду. Вот и, кстати, вот это единственный персонаж Рики, мне к ней теплые чувства, типа не как к девушке, а типа как к сестре, типа, ну, как к другу хорошему. Вот Бухарь и к ней. Эй! Ты мне вот это реально. Оставил? Чё, блядь? Бухарь. Чё? Извини, опоздал. Нет.
Нет, нет, как? Нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же, моста. Я видел машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Его бы должно бы разорвать, но ладно. Жесть. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Охереть. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну, слыхал тут тебя. Долгие объятия должны быть, хотя бы секунд пять. Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет? Я, говорит, давно с ним хотела пообщаться, поприветствовать, а просто слегка обняла. Да, сценарий, конечно, в конце слит. Я этому вообще всего не верю. Сначала говорит, вот, мы не виделись там 2 года с ней. Я считаю его как братом. Что? Мы тебе обязаны. Да. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Ты тоже классный, кстати, чел. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня ещё здесь дела? Задаем жару. Задам. Бухарь, вот честно. Типа, ну, сделали бы ему что-нибудь, не знаю, там, дочку там. Или ребенок у него сын там, или девушка просто какая-то влюбила. Ну что с Бухарем? Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Непонятно вообще, типа, его как-то. Сделайте ему какую-то цель в жизни, чтобы потом мы, типа, ну... Но? Говорила я, полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь? Мэп. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. О, твой выход. Черт, твою ж... Я напоминаю, в лагере было больше... 100, ну он сам и говорил, знаю, больше 100 воинов, много дел. Солдат. Так что, а так? Допустим, погибла половина. Где остальные? Где люди все? Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков, а потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь... Кстати, как-то людей прибавилось. За жизнь, за спасение других людей. Как-то ракурс тут. Все были живы и сыты. Камеры. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой. Чтобы мир стал лучше. И вот поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? 10 человек только отсюда, в принципе, знает, что мы будем делать. Железный Майк. Видите?
Это только первый шаг. Говорил, будет не речь. Да, облажался. Такая себе речь, славенькая, я вообще даже не понял. О чем она? Для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Так, это все конец, да, получается? А, ну да, все, конец. Ну, прикольный, в принципе, мир создали. Мир, графика прикольная. Задумка тоже классная. Вот, спасибо, что на компьютер перенесли ПК. Сюжет слабенький, если честно. Персонажи раскрыты слабенько, если честно. Вот, могли бы куда сделать... Типа, чтобы с Бухарем были какие-то задания общие, чтобы он тебя спасал. Ты чувствовал, вот он, брат твой, все, вот он. Понимаете? И тогда бы мы прям переживали за его. Вот. Ну, в основном прикольная игрушка, да. Если отбросить все... Минусы, конечно. Орды. Орды, задумка прикольная. Реализация немножко, не знаю, вот. Хотя, может, я неправильно зомби убивал, поэтому мне не сильно зашло. И вот знаете, что сейчас было бы прикольно? Бухарь не может ездить на мотоцикле, да? И он бы встретил девушку, женщину, что влюбился, ну, под конец это надо было показать. И он бы сейчас ехал на мотоцикле вместе с девушкой. Девушка рулила бы, а он бы сидел бы сзади, держась за нее там или просто за кресло. И тогда бы у Бухаря была бы любовь, у этих была бы любовь, у Бухаря была бы любовь, понимаете? Типа мы такие, о, да. Не все так. Основном повторюсь, да, игра нормальная. Титры я не вижу, да, смысла, ребят, смотреть. Тут нельзя, кстати, перематывать. А, подождите, есть. Есть, они куда-то едут. Ну, титры такие короткие. Фух. Фух. Спасибо. А, ладно. Ладно. Так, будет еще видео, куда они едут? Конечно, на них не нападают ни волки, ни фрики, ни спидранчики, как там зомби были, ни ведьмы всякие, ни медведи-переростки. Кстати, три мотоцикла я видел. Сейчас два. А кто на третьем гонит? На первом мотоцикле едут наши герои, на втором мотоцикле едет один чувак, на втором, ну, на третьем мотоцикле едет тоже один чувак. Но нам показали, как две женщины едут на одном мотоцикле. Что это? Где эти две женщины? Вот смотри, один,
И вот один. Что? Либо я слепой. А, и там три, третий еще мотоцикл. Типа, помимо нашего. Четыре мотоцикла, тогда все. Да, и, кстати, Ух, что? Что это? Охереть. Один, он... У меня слов нет. Он там, чувак, на коляске едет. Ну да, бедному Бухарю унизили. Ну, не унижение, конечно, но все равно смешно. Я говорю, Бухари нужно было сделать девушку, байкершу какую-то, либо просто девушку, которая умеет гонять на мотоцикле. Бойкую такую, как она сам, такая, знаете, такая брутальную. И он бы тогда, она бы ему еще бы задницу надрала, типа, он такой, нифига себе, это женщина моей мечты. И она же такая же крутая, как и я. Ну, типа, стальная или что-нибудь такое, это, понимаете. Был бы реально крут. И потом в конце бы он сказал бы, Дик, Анка, да. И она такая, потирала бы, знаете, поглаживала бы свой живот такой. И у Бухаря мы бы поняли, что был бы ребенок, понимаете, это, типа... Вот как надо было заканчивать историю Бухаря. А так, обидно, конечно, за Бухаря. У него ни жены, ни детей, ничего нету. Он просто как лакей нашего героя. Чисто ярлык сделали его. Ну все, в принципе, я так думаю, больше ничего не будет, да? Видео. А, может, можно было так сделать, вот... Кстати, Far Cry так можно было делать, только там стрелками. Вверх-вниз. Так, будет что-нибудь под конец или не будет? Лето сколько народу, блин, над игрой карпело. Ой, охереть. Для вольного байкера. Отлично. Среди друзей доступно. Что это такое? А, это оружие. Снайпа какая-то. И то под конец дали. Револьер. Раскраска. Что это такое? Раскраска. Раскраска. Так, игра «Жизнь после» пройдена. Поздравляю, вы прошли сюжетную кампанию «Жизнь после». Дикон разгромил ополченцев и нашел Сару. Но это далеко не конец. На разбитой дороге осталось еще много всего интересного. Прокачайте байк по полной программе. Ну, я уже прокачал. Посмотрите оставшиеся блокпосты. Я все блокпосты зачистил. Завершите все сюжетные линии. Соберите полный комплект коллекции предметов. Спасибо. Команда-разработчика «Жизнь после». Это вам спасибо, да, молодцы. Реально молодцы. Чё? У нас еще одна миссия. Чё? Куда? Где мои кольца? Да это мы завтра уже. Это всю игру мы официально прошли, всю сюжетку. Давайте, ребят, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. С вами был Лайков Гейм. Игры выходят каждый день и только для вас. Так, где? О! А теперь точно все. Всем пока.